Сервис действительно классный, с багажом здесь помогают. Салон автобуса здесь выглядит так. У каждого пассажира есть свой монитор, место на полке. Здесь его не очень много, только, наверное, достаточно для одного ранца. Что касается места для ног, если, например, сиденье разложено, то будет вам прям по коленкам впритык. Здесь есть вот такой монитор, есть разъемчик для USB, можно заряжать свои устройства, можно смотреть фильмы. Например, они есть как на русском, так и на других языках. Но что касается самих наушников, в комплекте они не идут, вам их нужно будет взять с собой самостоятельно, либо докупить уже здесь на борту автобуса. Можно взять бесплатно чай или кофе. Стаканчики также предоставляются. И еще один бонус, который здесь есть, это, конечно, туалет. Что касается мусорки, она здесь тоже есть. Здесь также есть сушитель для рук, можно помыть ручки. Но, к сожалению, пеленального столика здесь нет. Также для тех зарядных устройств с вилкой здесь есть розетки, они находятся прямо под сиденьем. Ну и из плюсов здесь также есть еще и бесплатный Wi-Fi. Вообще сам автобус очень сильно похож на Люкс-Экспресс. Обзор на Люкс-Экспресс автобус я уже делала ранее. И в целом, наверное, кроме места для ног, здесь автобусы ничем не отличаются.